сестренке Кирочке поедешь, да? Сестренка ждет тебя, мама ждет. С каждым маленьким пациентом найти общий язык, расположить к себе, настроить. Наталья Буракова, медсестра детской больницы Ивантеевки, успевает все. И капельницу поставить, и добрым словом поддержать. Тебе тетя ставила, ты плакал, нет? Да, мама. Маленько, да, молодец. Ну ты же у нас мужчина. Попробовать свои силы в профессиональном конкурсе «Подмосковная медсестра» Наталья Алексеевна решилась легко. За ее плечами победы в подобных испытаниях. Говорит, когда ночная смена подходит к концу, силы еще нужно оставить на тесты и практические задания. Взять анализ крови, поставить капельницу, не растеряться при остановке сердца. Все задания у конкурсантов были непростые. Практические задания многие терялись, потому что мы привыкли делать быстро все, а здесь надо было каждую свою процедуру, каждое движение рукой, все что-то, действие, все произнести вслух. Открываем шприц, проверяем срок годности. Вот это было, конечно, для нас, которые большой это опыт, и тяжело это вот, что говорить. Мы привыкли быстро сделать все. Ощутить радость победы, а потом снова дежурство и любимые маленькие пациенты Ивантеевской детской больницы. Наталья Алексеевна у нас одна из новых медсестер. С первых дней зарекомендовала себя. Я считаю, что такие конкурсы нужны. Пусть они проходят и пусть выявляют лучших. Умение взаимодействовать с пациентом – одно из важных качеств медицинской сестры. Улыбаясь, говорит Наталья Алексеевна. Ведь улыбка на лице часто сильнее любого обезболивающего. Пластырь у нас, смотри, как прилепился. Юлия Постриганева, Антон Рябов, Анна Белова. Новости Большого округа.